еще у меня лицо жжёте. Убавлять. Вон, чем школьники занимаются. Смотрите, кто где, они вообще вон там. Данила, привет! Привет, Данила! Как дела, Данила? Блин, ветрено, да. Мне кажется, там вообще сейчас такой звук. Отлично, замечательно. Да, я тоже отдала. Только что получила пятерку по математике. Блин, ветрище такой дурацкий. Я еще что-то вышла на улицу без перчаток, без ничего, но что-то, мне кажется, я немного погорячилась, что ли. Я уже опять нос начинает краснеть. Я так люблю свой красный нос. Особенно, когда он на улице. Да, блин. Нет, серьезно. Я люблю. Да, блин, надоело дома сидеть, не хочу дома сидеть, не хочу, не хочу, не хочу. Короче, сейчас пойдем куда-нибудь. Куда-нибудь. Какие планы на сегодня? Ну, не знаю, пройти, прогуляться, выпить где-нибудь кофе или какао, но это я еще не решила. Но, скорее всего, это будет какао, наверное, чем кофе. Но кофе я вообще не пью. Вот, или чай. И вот, или. Ну, еще надо зайти в магаз, купить продуктов. Пойдем в магаз, потом продукты покупать. Да вообще скучно дома делать нифиг. Вот чем ты занимаешься дома, скажи мне. Вот расскажи мне. Чем ты занимаешься? Ларс, привет. Че, как сегодня? Как видишь, сейчас тебе покажу. Зеленый гринфилд. Ой, ну Гринфилд прикольный, мне тоже нравится. Я в дотку катаю, в тепле. Не знаю, мне просто надоело дома сидеть, я не могу дома сидеть. Я пошла гулять. Ну, у нас, короче, ничего не меняется. Мы все так же. Видите, все сугробы раскидывают, все на дороге валяется. Вон. Мне этот вот мобиль нравится, это знаете, как в пубге? Сейчас покажу вам тачку. Короче, один-один, как в пубге, типа пати-бас, или как он называется, я не помню. Вот, вот эта вот тачка, прям как в пубге, знаете, в нее садишься, и вот она, один в один. Все, просто поехал. Куда-нибудь в это, в Эль... Что там? Эль-Поза, или как там называется, я забыла. Снежочек в апреле, приятненько. Это Красная площадь, да, Стинки? Это та самая Красная площадь с красной машиной. Файкат, привет. Угоняй, там зона... Да сейчас сяду, подожди, мне нужен энергетик, чтобы подкрепиться. Блин, там такое сейчас ветрище будет, вообще не представляете. Я бы жил в такой тачке. Ну, тачка прикольная. Привет, Фая, привет, Сетинки. Красная площадь будет не сегодня. Да блин, чё, мы же в кафешку забуримся. Пойдем в кафешку. Я просто не знаю. Мне на самом деле нравится гулять. Ну, я вроде тепло одета, но единственное, то, что я держу монопод, у меня рука мерзнет. Вот в этом прикол. А так-то, в принципе, go в кафе. В кафе. А вот в кафе, знаешь, интернет может ловить плохо. Вот. В этом, ты понимаешь, все недоразумение. То есть в кафе тепло, но интернет мобильный не ловит. Вот в этом-то... И что-то... Сейчас, погодите. Поздороваемся с продавцом. В кафе, что ли, или где? Где именно? Булочек и зеленого чая. Да блин, на самом деле я бы жахнула какой-нибудь суп, честно, вот борща какого-нибудь классного взяла бы, выпила и за милую душу бы. Ходила бы и радовалась. Просто у нас на пенсии, знаете, нету столовых классных.
Волоша, привет! Привет! У нас на обеде нет таких, знаете, суперских столов, где можно пойти, не знаю, на 200 рублей нажраться, как свинья, и быть довольным. То есть у нас все равно нет такого. Гоу наверх, трусы, трубы сзади там ловят. Слушай, на какой верх сетчинки? Как относишься к козе? Азиатским, вьетнамским супам? Ну, кстати, вот том-ям я ела, я не знаю, ну, типа, тоже какой-то азиатский суп, но мне понравился, он вкусный такой был, прям. Я вот первый раз ела, но я не пожалела, честно, что попробовала том-ям. Ну, классный. Там кто-то квартиру продает в Гугубай. Не, я не буду, ща. Тут просто мы разъезжаемся. Ну, короче, можно пойти в ту кофейню, где я обычно сижу. Это, типа, вот эта вот моя кофейня, в которой я постоянно сижу. Ну, тут, типа, прикольно. Тут, видите, две столовки сделали рядом. Но одна из них, по-моему, ремонтируется, ее еще не открыли. Вот. Привет. Купхикс, привет. Маленький трактор, сам ты трактор. Не, чё не? Но есть еще варик пойти в Нью-Йорк Пиццу, но я не знаю, как там будет на них сеть. Короче, а Нью-Йорк Пицца находится вон там, видите? Вот сейчас машина проедет, и вы все увидите.